y grandezas. También se ha unido la carta a los que pueden enseñar y traducir. Y a mí me la he visto en la línea, pero me gusta venir a atravesar cada cosquilla, pero ya es ideólogo. Y a todas las familias han visto en la línea y de chiles me han pedido. Y pues, por cierto. Y bueno, también se ha unido a Когда я читала стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Не важно, где ты, кто ты и сколько тебе лет. Любовь рушит все культурные барьеры. Сейчас я хочу выразить благодарность АФС программе за этот опыт. Пустое вы, сердечно ты, она обмолвила семенила. И все счастливые мечты, душе влюбленные возбудила. При ней задумчиво стою, известие из нее нет силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю. Yeah.